Еще подарок цветы покупать. Без машины поеду, поэтому надо. Кажется, там же еще без машины, да, пробки. А хотя выходной день. Суббота пробка все равно. Да ладно. Да, в воскресенье только на пробку. Ебать, бля! Регистратор сработал. Охренеть. Ты это видел, да? Да. Слышь, блинки пьяные вообще. В жопу. Слышь, они походу ехали на красный, да? Вот эти на зеленый кто-то разворачивался. Ебать, я первый раз в жизни видел. Я тоже. Вообще. Я никогда не видел вообще. А, меня стрясет, слушай. Что там принял в жизни? Выехал на красный. Слух, хочу, слышь. Девка, слышь. Слушай, мне бы, конечно, бы оставить телефон, чтобы... Зафиксировать. Да, 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 да. Я на самом деле, давай остановимся, просто подойду. Давай, давай, дам давай. Дам телефон, чтобы... Давай, 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 на... выходи. Ты на аварийку нет, включишь? Сейчас до туда все-таки я перейду. А, ну давай. Что там кто-то въебался, по-моему, нихуево. Ну, блядь, ну ты, этот, ты... Придурок тоже смотрит, блин, сейчас чуть меня не перебьет. Сейчас. Пиздец, вот сука, хочу ебаный. Вообще ебаный, просто кошмар. Бля, один на красный несся. Хочу, нёсся. Сука, хуйни, мама. Подожди, сейчас. Пиздец вообще. Да, конечно. Сука, хочу ебаный пидор, блядь. Гондоны, блядь, пойди еще и бутылку ебал. Не надо, подожди, сейчас. Сука. Блядь, сиди здесь, просто ты... нахуй. Подожди, блядь, мне нужно телефон давать, поэтому ты сиди здесь. Сука, блядь, я вообще охуеваю, блядь. Так, мне сиди. Это очень ты мне нужен в машине, чтобы ты сидел. Ёбаные говняки, блядь. Так. Сука, еще говорят, нах, расист, расист. Вот они, фу, блядь, гандоны. Как у меня аж прямо трясучка. Сука. Это прикинь, сейчас ни пробок, ничего. Я постою по машине, ничего. Я просто еще эти сайты русские все время смотрю. И как бы ой, понимаешь, что в каких-то моментах лучше ну, видео да. показать. Ну, да, проблем нет. Блин, слушай, пришлешь мне, пожалуйста, ладно? Я тебе скину. Блин, то лося сбивает. Пиздец, тебя вообще везет. Ну, бери нахуй этот видеорегистратор, чтобы не было ничего херни. Не, ну без регистратора тоже врезался там. Звук снимает? Да, все снимает. Там весь нас мат. Я тебе еще покажу лося, блин, как мы. Там жестко мат. Там мат, оба. Я тут тоже матом ругался, хронически-то. Блин, охренеть вообще. Да. Блин, я, честно говоря, первый раз в жизни не увидел аварию. Я первый раз в жизни увидел аварию. Я не видел аварию. Ты сама участвовала? Да? Ну, как бы, да, с лосем было до этого. Блин, реально, это не было. Блин, это надо быть вообще мудаком. Знаешь, хотя, знаешь, вот с другой стороны, блин, ну, конечно, Юля, ну, честно говоря... А где там разбил лоб? Ну, там, я подошла. Не сильно, на самом деле. Все нормально, да, там, все нормально. Я говорю, я медик, там, если что, помощь нужна, они говорят, не, все нормально. Говорю, знак аварийной остановки поставьте, иначе ваши штрафуют. Ага. То есть, если треугольник не стоит, момент передвигающий... Ты же перекрестку куда его ставить? Неважно. Просто поставить куда-нибудь. А, поставить со стороны... Ну, да, там, со стороны Лиговского надо ставить и со стороны площади. Так, а если один знак положен по закону, один в багажнике? Тебе? Да, ну, две машины. И они в разных концах, в разных, ну, понятно. С разных сторон. И это, по-моему, 1000 рублей, если знака не будет. Да, деньги же будут стоить вообще. Ну, там другие тоже, знаешь, я мог. У тебя привлечение звучит. Запомни, там ну, не пустая. Да, не пустая, цена очень насыщенная. Ну, да, с тобой нормально, на командировке. Что в прошлый раз бы там Фокс себя показывал, там, да, кстати, тело клеило вместе с нами. Что в этот раз, тут такие фишки. Ну, слава богу, все живо, стало плохо. Блядь, пиздец. Что, ты тоже аварий? Да, в попочку моей рисовалась. Ну, да, да. Блин, охренеть. Я тут себя довольно жестко был, реально, смотрел. Ребята, ну, там, одни, по-моему, 80, и ну, хер, я хуйня, 60. А я не поняла, он откуда взялся? Они-то видели, он я вместе слева... с тобой, он с той стороны ехал. То есть, как бы, он ехал так, справа. И он решил проскочить, слышь, да, видимо? Отказался.